Какие полезные свойства присущи эфирным маслам? Как правильно их использовать? И правда ли, что при помощи эфирных масел можно унять боль в суставах, успокоить нервную систему и укрепить иммунитет? Смотрите в этом видео, как правильно использовать эфирные масла для достижения положительных результатов. Приветствуем всех подписчиков нашего канала, а новичкам хочу напомнить – не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. Само название «эфирное масло» наталкивает многих на мысли о чем-то эфемерном и таинственном. Еще с древних времен эфирные масла широко применялись в различных сферах, от медицины до кулинарии. Так, в Древней Индии и Китае при помощи свойств эфирных масел лечили различные заболевания. – Во времена Римской империи использовали масла для ухода за телом, а вот в Древнем Египте и вовсе использовали средства на основе эфирных масел для защиты кожи от палящего солнца. Что такое эфирное масло и в чем его основная ценность? Эфирные масла представляют собой душистые вещества, выделяемые растениями. Получить эфирное масло можно из семян, цветков, листьев, корней, плодов и смолы растений. Благодаря летучим веществам растения имеют свой естественный характерный аромат. В зависимости от условий произрастания и вида растений, свойства масел разнятся. Примечательно, что даже масла, полученные из одного растения, только из разных его частей, различаются по составу и аромату. Самыми главными полезными свойствами этих летучих веществ являются антисептическое, спазмолитическое, регенерирующее, успокаивающее или возбуждающее нервную систему. Важно понимать, что концентрация веществ, полученных из растений эфирных масел, очень высокая. Используя эти вещества, можно как помочь, так и навредить организму. Где применяют эфирные масла? Прежде всего, стоит запомнить, что эфирные масла запрещено наносить на кожные покровы в чистом, неразбавленном виде, а также стоит быть максимально осторожными с ними людям, имеющим склонность к аллергическим реакциям. Для облегчения прохождения эфирных масел в организм через кожу необходимо смешивать их с так называемой базой или транспортным маслом. Это могут быть как жидкие масла, так и твердые. Первое, где используют эфирные масла, это во время принятия ванны, похода в баню. Ароматная ванна с добавлением определенных эфирных масел позволяет снять мышечные спазмы, расслабить тело и снять стресс. Для принятия ванн и в бане используют масло сандалового дерева, эфирное масло розы, герани или лаванды. Отлично справляется с мышечным напряжением масло можжевельника, а для подавления первых признаков простуды отлично зарекомендовали себя сосновое и лимонное эфирное масло. Массаж. Ни один расслабляющий или целебный массаж не может обойтись без эфирного масла. Во время массажа хорошо использовать масло гвоздики для разогрева мышц и стимуляции кровообращения, а также мускатного ореха, позволяющего снять неприятные ощущения в суставах. В косметологических массажах тела используются масла розы, жасмина или сандалового дерева, оказывающие выраженный подтягивающий эффект. Массажное масло можно приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо взять 10-15 капель базы, например, оливковое или персиковое масло, и добавить 3-5 капель любимого эфирного масла. Следующее, где используют эфирные масла – ингаляции. В период сезонных заболеваний отлично помогают справиться с симптомами простуды или гриппа ингаляции с эфирными маслами. Хорошими бактерицидными свойствами обладают масла имбиря и чабреца. При бронхитах помогают масла эвкалипта, сосны и туи. Проводить любые ингаляции рекомендуется только после консультации с лечащим врачом. Дело в том, что у людей с астмой или другими патологиями дыхательной системы могут возникнуть серьезные осложнения. Компрессы. Правильно используя эфирные масла, можно добиться снижения болезненных ощущений в области суставов или спины.
Для этих целей отлично подойдет компресс с маслами, обладающими обезболивающим, противовоспалительным и спазмолитическим эффектом. Такими свойствами обладают масло эвкалипта, гвоздики, душицы, мяты, корицы, имбиря и базилика. Косметические процедуры. Эфирные масла можно использовать для улучшения свойств косметики, имеющей нейтральный состав. Добавлять летучие вещества в брендированные продукты с комплексным составом не рекомендуется, так как это может иметь нежелательные последствия. Среди популярных рецептов выделяют рецепт домашнего крема и лосьона для кожи. Приготовить крем очень просто. Для этого следует взять нейтральный крем, как правило, это детский, без отдушек. Добавить в него несколько капель эфирного масла и 10-15 капель базисного масла, выступающего транспортным. Лосьон для кожи делать чуть сложнее, но также не составит проблем. Для приготовления лосьона необходимо подготовить настой целебных трав, разведенных в равных количествах с водой. Далее берут 1 чайную ложку медицинского спирта и добавляют 2-3 капли любимого эфирного масла, разбавляя процеженным раствором целебных растений. Ароматерапия с аромалампой или камнями. Использование эфирных ароматных масел в виде ароматерапии позволит очистить мысли, расслабиться и погрузиться в атмосферу спокойствия. Но только масла должны быть приятными, иначе можно добиться обратного эффекта в виде раздражения и головной боли. Использование масла в ароматерапии известно давно и не составляет особых сложностей. В специальную лампу, наполненную необходимым количеством воды, согласно инструкции, капают 2-3 капли любимого эфирного масла. Можно использовать специальные аромакамни, имеющие пористую структуру и надолго сохраняющие в себе запах. Такой вид ароматерапии лучше использовать в небольшом помещении, например, кабинет, так как в отличие от аромалампы запах не будет распространяться на расстояние. Специальные кулоны. Аромакулоны или медальоны из пористой глины работают по принципу аромакамней, но меньше по размеру. Актуально ношение таких особых украшений в период межсезонья в связи с активацией различных простудных заболеваний. Для укрепления иммунитета и предотвращения заражения можно использовать масла кедра, имбиря, мяты или эвкалипта, обладающих самыми мощными противовирусными свойствами. С аромамаслами не нужно переусердствовать. Всего 2-3 капли концентрированного вещества будет достаточно для получения желаемого эффекта. Берегите себя и используйте средства, дарованные природой, с умом.